Нам в тому, щоб це відбулося якнайшвидше, але тут не можна давати. Якби Юлія Тимошенко использовала свой шанс остаться в історії України як лідер демократичний, вона б получила хорошу перспективу в Україні, но, к сожалению, она не поднялась до уровня государственного мышления, до уровня человека, который способен наступить на горло собственным амбициям ради национального интереса. Это судебные иски о непризнании голосования во втором туре. То есть это подкреплено анализом вчерашним и сегодняшним, что процент фальсификации выше, чем вот этот разрыв между кандидатами.